стих, который положилось мне на сердце рассказать, он когда-то был написан в тюрьме за Слово Божье. Вынесли этот стих оттуда не братья, а сестры. А сестры эти были молодые. Мне хочется его рассказать. Я его услышала, когда я сама была еще подростком. Он запал в мою душу. А сегодня я хочу его рассказать. Пусть эта эстафета пронесется дальше. И, возможно, какое-то молодое сердце когда-то в свое время станет и расскажет. А называется он Голгофа. Взойдем на Голгофу, сестра и мой брат, откроем глаза, наши уши, посмотрим, услышим, что больше понять. Христос как страдал там за души. Но прежде взойдем в Каиафов мы двор, посмотрим, как люди там злились, как бездушно наносят Христу там позор, как злобно они там глумились. Кто распните кричит, кто рукой, а кто палкой в лицо ударяет. И Иисус кротко смотрит, молчит, так спасение Он нам совершает. Так глумились над Ним целую ночь ту враги и довольно над Ним надсмеялись, а наутро к Пилату на суд привели, и сердца их злобой наполнялись. Что Он сделал? Пилат дал народу вопрос. Не нахожу в Нем вины. Он Сын Божий Христос. О, распните Его! О, распните Его! О, распните Его! Все кричали. И сном вразумлена жена Пилатова пришла, сказала: не делай сыну человеческому ты зла. В эту ночь за него я во сне пострадала. Снова Пилат дал народу вопрос: кого отпустить на свободу, Христа или Вараву? Вараву! 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 Толпа все кричала: Христос же да будет распят. И тяжелый тот крест на изнуренного ангца поклали, на Голгофу ведут, он не мог нести, а они злобно били. И упал под крестом из ворот выходя, тогда с него крест сняли. С поля Симон подошел, на него этот крест там поклали. Привели на Голгофу со смертной виной и отраву ему подавали. Растянули на древе, о, как больно ему, когда руки и ноги к кресту прибивали. Как он стон издавал, когда стук молотка от злобной руки в гвозди стучался, а гвоздь тот кузнечный не тонок, а толст, в Христовые руки и ноги впивался. Когда его прибили к кресту, и тяжелый крест с Христом над землей подняли, подумай, мой брат, как больно ему, когда стукнулся крест этот в яме. Растаяло сердце, как от огня, рвут гвозди и руки, и ноги. Боже, зачем ты оставил меня? О, Боже! Какие несу я страдания и муки! Стекает он кровью, и жажда в груди, язык присыхает гортани. Жажду! – воскликнул. Неужели воды не стало в реке Иордане? Но вместо воды ему уксус и желчь грехов наших в отраву подали. Отведал, не хотел пить, но победил врага смерти державу, сказал: «Отче, в руки твои я предаю дух свой». Тут земля под людьми всколебалась, и завеса в храме без содействия рук сверху донизу разодралась. Путь свободен в небо через тело Христа. Он всем нам дал свободу, кровью истек на кресте,
так свершил Бог спасение народу. Аминь.